Поговорим о красоте. Дизайн-проект. Заказчики в нем видят красоту, да? То есть мы видим в нем функционал. Наши любимые чертежи – это рабочие чертежи, планировочные, с размерами между мебелью, стенами, с привязками каждого элемента оборудования, где оно должно быть. Это эргономика объекта, это его удобство и функциональность. Каждая вещь должна быть на своем месте. Интуитивно, когда гость попадает потом в номер, все под рукой должно быть, ничто не должно мешать, не упаси Боже, не дай Бог травмоопасные какие-то элементы острые там или не на своем месте, там на уровне головы бывает такое. Конечно же, то есть для меня дизайн-проект – это черно-белый проект с развертками стен, полов, потолков, размерами, где какая деталька, да, то есть привязана. Вот это для нас дизайн-проект. А красоту оценивает заказчик. А из опыта может быть красиво и функционально? Конечно, конечно. Вот это уже работа дизайнера. А вот это очень просто. Привлеките дизайнера, который имеет опыт работы над сетевым отелем. И вы сведете к минимуму риски применения бесполезной, неудобной и опасной красоты. Да? Вот. То есть дизайнер с опытом работы сетевых, реализации сетевых гостиниц, он уже прошел путь контроля и взаимодействия с технической службой бренда, оператора. Вот. Это то, чем, в принципе, и мы занимаемся. Вот. Так что так.